Друзья, привет! Нахожусь на очередном объекте. Выполняем работу по утеплению фасада. И вот здесь вот столкнулись с таким вот интересным участком. Такое вот крыльцо, открытое, балкон. Видим, как перекосило столбы. Такое часто бывает на деревянных домах. Основной дом, он построен из бруса. Соответственно, брус дал усадку. Столбы повело. Да, есть для этого домкраты с регулировкой, но вот здесь вот изначально домкрат был поставлен неправильно, не рассчитана была усадка дома, очень близко его поставили, поэтому регулировать вот сейчас вот в данный момент это уже невозможно. Придется менять столбы. Вот временно поставили вот такие вот опоры с двух сторон и приступим к замене столбов, чтобы вот эту вот террасу с балкона можно было восстановить. Также очень часто можно столкнуться вот с такими вот проблемами, когда начинают гнить лаги. Основная причина, из-за чего это происходит, это отсутствие циркуляции воздуха в подполе. Стоит постоянная влага, и древесина начинает преть. И вот такие вот неприятные результаты. Вот во что превратились лаги. Лаги, соответственно, тоже требуют замены.